В молодости у Владимира Епифанцева сложилось авангардистское восприятие окружающего. Театральная публика полюбила его за новаторство, зрелищность и вовсе неординарный подход. А кинорежиссеры, как правило, видят в нем преступников или тех, кто гоняется за представителями криминального мира. Однако и в том, и в другом случае актер придает своим персонажам незабываемый шарм. Родители будущей звезды познакомились на съемочной площадке. Владимир родился 8 сентября 1971 года в Москве. В детстве благодаря отцу Георгию Епифанову попал в МХАТ имени Чехова. Вместе с братом Михаилом начал играть в спектакли. Но сегодня более детально хотелось поговорить про его личную жизнь. Первый раз Володя женился на сокурснице Юлии Стебуновой. Пара прожила вместе 3 года, а причина развода стала тирания. Владимир признался, что постоянно давил на супругу, которая без того доставалась. Юлю сбила машина, детей она иметь после этого не могла. Через несколько лет на просмотре спектакля актер увидел выпускницу Щукинского училища Анастасию Веденскую и моментально влюбился. Только забеременев, молодая женщина, не видевшая в набиравшем популярность Епифанцеве мужа, приняла предложение руки и сердца. В семье родились сыновья Арфий и Гордей. Детей крестили в храме Софии Премудрости Божией. Крестным отцом стал Иван Охлобыстин. В 2016 году в семье Епифанцева произошел скандал. Тайны личной жизни стали достоянием СМИ. Анастасия увлеклась участником шоу «Танцы со звездами» Дмитрием Ташкиным. Владимиру, по словам жены, вскружила голову некая Юлия Семенова, претендующая на звание помощницы. Изменял он и с Анной Цукановой-Кот, которая была замужем. По словам актера, налево он ходил, потому что супруга постоянно подавляла его, другие женщины в его жизни появились не сразу. Спустя 2 года супруги окончательно разошлись, тем не менее Веденская всячески внушает сыновьям, что Владимир всегда останется их отцом, другого не будет. В феврале 2020 года Епифанцев со своей новой девушкой Юлией появился в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир». В кадре разбирали семейный конфликт, который послужил причиной развода Владимира и Анастасии Веденской. Актер откровенно ответил на обвинение бывшей супруги, прозвучавшей в программе Бориса Корчевника «Судьба человека». Он подчеркнул, что долго сохранял брак только ради детей, а сейчас действительно счастлив, потому что не приходится при этом врать. Свое тело Епифанцев превратил в объект культа. В соцсетях пишут о своеобразных рекордах, которые Владимиру устанавливают в тренажерном зале, занимаясь 4 раза в неделю с тяжелым весом.